Добрый день. Сегодня очередная распаковка, очередной фонарик для велосипеда. У меня уже висит сзади два фонарика, на всякий случай. Ссылку, кстати, на них я, скорее всего, тоже дам. Ого. Два фонарика. Причем... Даже потому что, мало ли, батарейка сядет сейчас в темное время суток. Я один раз гаишники остановили. Почему, говорит, свет так не горит? Точнее, сейчас темное время года. Так, посмотрим, что тут к чему. Интересно, он заряжен? Как он вообще включается? Меня больше всего интересует. Так. Угу. Вот тут гнездо для USB-порта. Не вижу никакой кнопочки. Может, тоже? Ага. Ладно, сейчас его заряжу и посмотрю, как будет. Вот последняя распаковка у меня была фонарика. Пока я уже езжу, все отлично работает. Работает он на движение. Причем ты двигаешься, фонарик загорается. Поставишь, правда, его. Не знаю, сколько он будет гореть, но обычно выключаю его. Пойду заряжу. Пока он заряжается, покажу, что входило в комплект. Но сам фонарик не буду пока распаковывать. Кстати, нет, распакую. Так. Входит сам фонарик. Так. И две резиночки. Ну и обычная зарядка. Такая. В том комплекте она была черная. Зарядка прошла успешно, но я не догадался сразу. Вот кнопочка здесь. Ее надо нажать и держать. Распускаешь, и светит такое яркое свечение. Еще раз нажимаем. Меняется режим. Вот пока три режима. Пятый режим. Пять режимов здесь. Но опять же, пока заряжался одна, заряжалась, я потом шел с работы. А, вот, чтобы выключить, надо нажать. Вторую я не заряжал. Но она оказалась заряжена, потому что я не догадался, как включается этот фонарик. Просто нажимаю. Все. Светит довольно ярко. Вот предыдущий у меня фонарик был, делал обзор. Он на движение. Вот действительно, вот едешь, его можно не включать. Только режим выбрать. И еду начинаем, он загорается. Но, правда, никогда не пробовал так, чтобы он сам выключался. Мне кажется, не выключается. Хотя, кто его знает. Не экспериментировал, но пользуюсь я фонариком. Тут, как обычно, стандартно, крепежи идут. Эти вот ножки. Тут, видимо, ну, не буду сдирать. Там, скорее всего, скотч в двух стороне. И крепкие, очень крепкие резиночки. Маленькая, большая. Стоит эта вещь, не помню. Ну, ссылка будет в описании, можно будет посмотреть, сколько сейчас стоит. Ну, что-то копейки-то стоило все. Сделано добротно. Очень добротно сделано. Ну, как говорил уже, встроенный аккумулятор, что очень, мне кажется, хорошо. И снимать не надо, да. Только единственный минус, что смотря куда прицепить, что его снимать придется. Ну, хотя, в принципе, я думаю, диодные фонарики надолго хватит. Вот такой у меня сегодня получился обзор. Подписывайтесь, ставьте лайки.